Всем привет! Сегодня, в понедельник, я начинаю свой новый влог. И так как на дворе у нас 7 января, я вас всех от души поздравляю с православным Рождеством. Желаю вам всем мира, здоровья, любви и гармонии в вашей семье. Значит, приступим. Покажу я вам, как я не повязала на выходных. У меня на выходные были очень большие планы по вязанию, но они не осуществились, потому что Тимур решил по-другому, и он очень сильно капризничал. Непонятно почему, то есть ни температуры, ни вроде каких, ну, покраснений во рту, ну, в смысле зубов, да, вроде не наблюдалось, но вот он очень-очень капризничал. Муж был дома, мы дежурили по очереди. Вот. Чуть-чуть я, конечно, повязала, но буквально капельку. Я довязала вот Тимуром свитер из Alize Cotton Gold. И вот только что я спрятала ниточки, и сейчас я понесу его стирать. Очень мне нравится, как он получился. И на Тимура я уже примеряла, вот тоже только что, перед тем, как он уснул. В общем, классно получилось, но есть одно но, это вот прямо впритык, то есть носить вот сейчас, там и буквально там ближайшие недели, и все. Довязать длину и рукавов, и длину свитера можно, конечно, да, тем более у меня остался больше половины мотка еще вот этого цвета. Но я, наверное, свяжу что-нибудь еще. Ну, такое, да, только другого цвета, например. Может быть, скомбинирую. У меня есть такая пряжа еще такого серого цвета. И, возможно, я скомбинирую серый вот с этим голубым, как-то там полосками. Вот, потому что я вязала это по своим уже расчетам, по которым я вязала рыжий и серый джемпера из этой пряжи, да, но я совершенно не подумала, что те джемпера я вязала лицевую гладь на спицах 3,5, а эту я вязала на спицах 3,25. И мне нравится больше, как вот даже вот сейчас до стирки полотно выглядит ровнее, да, все равно видно, да, вот эти вот, например, места. Я вязала Magic Loop, у меня 3,25 нету чулочных спиц, да, и вот, ну, видно, да, чуть-чуть, где леска перетягивалась, но все равно гораздо лучше, вот тут и прибавки выглядят как-то аккуратнее, и развороты на ростке, да. В общем, я поняла, что в работе у меня чем тоньше спицы, тем этот полухлопок смотрится лучше. Вот такие пироги. Так что мне нужно, ну, я уже подумала, что мне нужно купить 2,5 для резинок, и, ну, тройка у меня есть. У меня нету 2,5 укороченных, ну, чтобы по кругу, да, вязать. 40-й размер, вот, мне надо, значит, заказать 2,5 40 сантиметров и 2,5, например, 80, чтобы вязать нижнюю резинку и там Magic Loop, вот эти резинки, вот, да, потому что из этой пряжи я буду продолжать вязать обязательно, она мне очень-очень нравится, и сейчас на нее скидки, я так поняла, много где. У нас она, ну не у нас, а в Эстонии, вот где я заказываю, стоит упаковка 14 евро. Вот этого Alize Cotton Gold. При том, что Alize Cotton Gold Tweed, то есть тот же самый состав, только вот с этими крапушками, он стоит уже упаковка 32 евро. То есть больше, чем в два раза. Ужас. И вот этот Cotton Gold, ой, Alize Cotton Baby Soft тоже 30 с чем-то евро упаковка. То есть, но эта мне пряжа очень нравится. Я закажу себе пару упаковок разных цветов. Пусть будет. Да. Сейчас пока что мне совсем не надоело из нее вязать. Итак, я, конечно же, когда постираю, все сделаю, да, я покажу вам, как этот джемпер-свитер на Тимуре сидит. Так, это значит процесс
готовая работа уже. И я не знаю, каким образом, вот я вчера вечером это довязала, а Тимур еще не уснул. Ну и плюс у меня, я же говорила, что я до 11 разрешаю себе вязать, когда хочется вязать, да. И почему-то я не взяла вязать свои процессы, я пошла и начала новый. Ой, его, конечно, этот цвет очень плохо видно. Вот так вот он выглядит. Это шапка лицевой гладью с отворотом, и макушка будет клинями закрыта. То есть очень простая шапка. Вы наверняка такие видели и в Инстаграм, и в этом, и на Ютуб, наверное. Ну, то есть это будет вот такой вот отворот. Тут изнаночная, да, гладь. А там будет вот так вот лицевая гладь, и бини это будет с напуском, в общем. Да, я решила, что-то я совсем много, да, связала двойных шапок. И я говорила, да, что когда у нас было тут вот 0, минус 1, мне в двойной шапке было откровенно жарко. Поэтому я решила связать себе вот такую вот шапку лицевой гладью. Значит, вяжу я ее из двух ниточек одного цвета, да, вот чем прекрасен Ализе. Значит, это ангора Real 40, а это ангора Gold Simli, цвет 57, и там. Вот, вяжу на спицах номер 4, набрала 80 петель, или 84, вот сейчас что-то не помню, вчера уже вечером набирала. И набор я делала косичкой. Я боюсь, что будет плохо на темной пряже видно. Ну, вот видите, косичка, да? Якобы косичка, набор косичкой не дает лицевой глади закручиваться. Ничего подобного. Она как закручивалась, так и закручивается. Но ничего страшного. Это будет вот так вот с подворотом. Как-нибудь будет, в общем, посмотрим. Вот. Такой процесс у меня, и все. Больше я ничего не вязала. И не знаю, буду вязать или не буду, потому что навряд ли у меня получится. И я хочу сразу всех предупредить, кто не любит невязальные видео, кого интересует только вязание, я хочу сразу предупредить по-дружески, что, скорее всего, этот влог будет в этом влоге о вязании будет очень-очень мало. Потому что эта неделя у меня очень сильно загруженная, и вязать у меня не получится. Сегодня у нас 7 января, да, завтра 8 января у нашего сына завтра 16-летие, а в субботу 12 января день рождения у меня и юбилей. Я, значит, уже первые гости начнут съезжаться в пятницу. То есть все эти дни я буду убирать, чистить, мыть, готовить, в общем, ездить там по магазинам, докупать какие-то продукты. Вот, и сами понимаете, еще и муж на работе, Тимур, естественно, на мне. То есть все это, и Даник уже сегодня пошел в школу. И, в общем, все это будет на мне, и времени на вязание, я боюсь, что не останется. Но ничего страшного, праздники есть праздники, да. В общем, да, ко мне приедут мои родственники на выходные, на все до воскресенья. Потом на следующие выходные приедет сестра с семьей, еще на следующие выходные приедет мужа, семья вся. Вот, в общем, у меня столько дел, что вам не передать. Да, день рождения — вот такой вот веселый праздник. Поэтому, девочки, не обессудьте. И сейчас мы, вот сейчас 12 уже где-то, половину второго у нас врач у Тимура. Ну, обычный этот осмотр, как он называется, плановый осмотр, который вообще проводят деткам в год. Но в год, когда ему исполнился год, наш врач заболела, а потом мы заболели. И вот только вот сейчас, 7 января,
когда ему уже через 11 дней будет год и месяц, мы вот только пойдем на этот годовой осмотр. И что там примечательно, мы пойдем в новую поликлинику, так как мы поменяли место жительства, место прописки, хотя всего лишь в 2 километрах от нашего старого дома, да, все равно нам придется поменять поликлинику, она тут вообще совершенно рядом. Но, конечно, немножко грустно, потому что в той поликлинике я и беременность всю проходила, да, и там и Тимурчик маленький, до годика он там был. Ну, в общем, ну ничего, я уверена, нам все понравится. И сегодня нам будут делать очередную большую прививку. И я всегда перед этим нервничаю, и после этого нервничаю, и по 100 раз в день меряю температуру Тимуру. Вот, ну ладно. И вот как раз после этого я вам расскажу, потому что как-то под моим одним видео был вопрос про прививки в Финляндии. Ну, там был как-то так вопрос задан, что якобы заставляют делать прививки или не заставляют. Ну, в общем, я не проигнорировала ваш вопрос. Я просто, честно говоря, вот так долго думала, надо ли поднимать эту тему на канале или нет, потому что, насколько я вижу, в женских коллективах тема прививок вызывает всегда большие споры. А этого я хочу меньше всего. Но раз был такой вопрос, и вот сейчас как раз нам сделают очередную прививку, я позже вам расскажу про прививки в Финляндии. Вот. Ну а на сейчас это все. Побегу дальше делать домашние дела, пока Тимурчик спит. Всем хорошей недели, всем хорошего понедельника. Еще раз всех с Рождеством Христовым и до нового включения. Всем доброе утро. У нас сегодня 8 января. У Данечки у нашего день рождения. И все покрыло снегом. Очень классно. Все белым-бело. Тимур, что скажешь? Он у нас после прививки очень-очень нытик, бедненький. Большую прививку делали. Ну, это которая из 3 прививок, из 3 уколов. Ой, красота! Когда Данечка родился, тоже был снег. Такой, ну, сильные сугробы были. Вот, и родился он в 9:30 вечера, то есть еще он не родился пока. Вот такие дела. У нас тут какой-то киоск, я, кстати, там никогда не была. Снег идет. Мы вышли сейчас 10 час только, вот то еще, можно сказать, темно. Мы вышли в магазин, потому что сегодня куча дел у нас. И мы решили вот прогуляться с утра, все купить для вечернего ужина. Мы вообще праздновать будем в субботу, но сегодня тоже хотим так чуть-чуть посидеть с тортиком. Ну, вот и Данику было дано задание придумать меню на сегодняшний ужин. Я, если честно, думала, что он там скажет какие-нибудь бургеры из Макдональдса, а он захотел пюре, свиную отбивную и подливку из грибов, ну, грибную. Ну, и тортик куплю, вот. Так что пойдем мы с Тимурчиком в магазинчик. Вот какое все белое. Это гора снега. У нас тут тупик, и вот сюда сгребают с дороги трактористы, вот это вот все. Ну, снег в смысле. Вот, пойдем. И потом будем убирать, готовить. Ну, все как обычно, в общем. Всем хорошего дня. Надеюсь, вы сегодня повяжете больше, чем я. Я почти не вязала ни вчера, сегодня навряд ли у меня будет много времени. Но ничего, все успеем.
это не самое главное. Всем хорошего вторника. Всем доброе утро. Сегодня у нас 9 января. И сегодня насыпало еще больше снега. Да, проснулись мы от звуков вот этих снегоуборочных машин. Такая красота, я не могу. И тишина, главное. Я открыла на балконе окно. Я сейчас на балконе. И открыла окно. И так тихо, что слышно хруст снега. Знаете, кто-то идет. Я даже не вижу, где. Но я просто слышу, что хрустит снег. Там внизу гаражи на первом этаже. И вот, ну, наверное, тут тоже чистили эти машины дорогу. Такая красота, я не могу просто. Как можно не любить зиму, девочки? Просто скажите мне, как это возможно? Я жду, не дождусь, когда Тимур проснется, и мы пойдем гулять. Мы обычно гулять на улицу не ходим спать. Мы на улице уже очень давно не спим. А мы ходим после первого сна, мы обедаем в 12 и идем на прогулку часа на 2. Ой, я не могу. Это очень красиво. И не очень холодно сейчас. Ну, где-то в районе, опять-таки, минус 2. Да, слышны там, вот слышите, такие писки, это эти машины, которые снег убирают. Так что пойдем гулять. Надеюсь, у вас такая же красивая зима. Всем привет еще раз с балкона. Я на себя напялила все, что нашла, все, что под руку попалось. Как капуста оделась, но, кстати, зря, потому что не холодно на балконе. Балкон у нас застекленный, но тут проблема... Кстати, надо сюда повесить градусник, да. А тут, так как это последний этаж, у нас очень высокий потолок, но выше, чем у других соседей. И он такой скошенный, и там где-то есть отверстия. Их так не видно, но там, наверное, они где-то есть. Что к нам залетают уже несколько раз, залетали маленькие птички на балкон сюда. Но муж сказал, что балконом будем заниматься весной, ну, когда тепло будет, естественно, его надо весь покрасить, потому что предыдущие хозяева здесь, я так понимаю, у них стоял этот гриль, потому что одна стена полностью такими жирными каплями, ну, от жира, знаете, как на кухне, на кафеле. Вот, в общем, здесь надо красить все. И пол, я хочу деревянный пол, сейчас здесь линолеум, наверное. Наверное, да. Я хочу деревянный пол. Ну, и мебель какую-нибудь. Ну, качели здесь останутся, там еще что-нибудь такое. Вот. В общем, да, цветочков хочу всяких, ну, в общем, всякого такого. Сейчас пока что мы на балконе храним квашеную капусту, бабушка, которую делала, и Тимура прыгунки, и Тимура санки, и все. Знаете, я уже давно хотела вам показать, я как-нибудь обязательно сниму это. В общем, в Финляндии у них, для них, вернее, балкон, это как еще одна комната. То есть, например, если там где-то в Эстонии или в России можно увидеть, что балкон, это такая, знаете, кладовка типа того, там лежат какие-то шины, банки, там бутылки, ну, в общем, всякий хлам там лежит, да, то у финнов вы такого никогда не увидите. То есть, если вы видите где-то балкон, заваленный хламом, то 100% это не финны там живут, а кто-то другой, ну, национальности. Вот, у них тут балконы просто
просто очень красивые, такие всякие, ну чисто как вот еще одна комната, как терраса, там декорировано очень красиво, вазы, цветы, там всякие лампочки. Я как-нибудь вам поснимаю балконы. Да. И у себя, естественно, я тоже хочу такой вот красивый какой-нибудь балкон. Так, пока Тимур спит, я хотела с вами поболтать. Значит, ответить на несколько вопросов. Значит, первый вопрос был уже давно насчет прививок к Финляндии. Значит, насчет прививок в Финляндии, то есть как тут обстоит дело с прививками, заставляют ли делать прививки и все такое. В общем, перед тем, как даже просто взять в роддоме, например, какой-то, не то что сделать прививку, ввести, то есть какое-то лекарство, а просто взять, например, анализ крови, у вас там спросят несколько человек, там чуть ли не заставят подписать там бумаги, что вы не против, что у вашего вот ребенка там возьмут кровь, например, на анализ, да, или там вот когда поступаешь в роддом, тебя там опять же спрашивают, что вы не против, что вот такие-то анализы после родов сделают, или вот там такие-то прививки там после родов, потому что там, по-моему, на вторые сутки после родов делаются какие-то прививки уже, вот. Я не знаю, насколько они тут это заставляют, потому что мы не отказываемся, да, но я не верю, что в Финляндии могут кого-то чему-то заставить, потому что я говорю, тут 100 раз у тебя спросят, а вы не против, там, та-та-та, вот, то есть единственное, что вот здесь я знаю точно есть, да, когда, ну, по крайней мере, в нашем городе. То есть у каждого города свое собственное самоуправление. И, например, даже медицинское обслуживание в каждом городе, например, в Эспо, там другая система совершенно, да, там семейные врачи, насколько я знаю. У нас нету такого. У нас поликлиника, к какому врачу попадешь, к такому попадешь, да. Вот. Значит, здесь вот маленькие вот эти детские поликлиники, где ты стоишь на учете по беременности, и потом до школьного возраста детки ходят в отдельную такую поликлинику, это вообще отдельное здание. И там, значит, есть такие, ну, разные мероприятия по типу для молодых родителей, там, что-то мне даже жарко стало, в общем, ну, мероприятия, как там, как обращаться с младенцем, как там беременность, как наладить кормление, там даже есть мероприятия, как пользоваться слингом. Так вот, и там же есть такое мероприятие, которое, это бесплатно все, которое, ну, по поводу прививок. То есть туда приходит врач, и он сначала читает лекцию, и потом в конце, вот что важно, да, он отвечает абсолютно на все любые, даже как там написано в брошюрке, даже на самые глупые вопросы. Потому что сейчас, да, набрало силу вот это вот движение, которое против прививок, и в интернете появилось очень-очень много разной, даже не подтвержденной информации, то есть, ну, мы были на этой лекции, и он говорит, что там вот это вот статьи, типа псевдонаучные статьи по поводу прививок, они, мол, ссылаются на какие-то там исследования каких-то институтов, и говорит, в 90% случаев, если вы даже просто наберете в поисковике данный институт или имя там какого-то врача, то вы этого не найдете, потому что этого не существует. Ну, в общем, мы-то не собирались отказываться от прививок, просто, в общем, с Данилой у нас просто не было никакой информации по поводу вот этого ужаса, который может случиться от прививок, поэтому мы даже не задумывались, нам делали прививки, надо, значит, надо,
да? Сейчас же, начитавшись всякого в интернете, все равно у любой женщины возникают вопросы, возникают сомнения, надо, не надо. И я не говорю, что кто не делает прививки, они не правы. Это ваш ребенок, и решение матери, оно правильное в любом случае. То есть должны решать родители, да, соответственно. Вот, но я почему пошла? Потому что, да, все равно ты читаешь вот это все, и у тебя появляются вопросы. То есть, что из того, из написанного правда, что неправда. И вот я пошла на эту лекцию, в принципе, я уже из лекции все-все поняла. То есть то, что в этих статьях пишут, типа, врачи сами своим детям прививки не делают. Это, ну, как бы это неправда. Ну, в общем, то есть, если у вас есть какие-то сомнения, и у вас в городе есть такие мероприятия, они должны быть, я считаю, в наше время, вот в сегодняшний день, то я советую сходить, а не читать, что там где-то в интернете написано, потому что написать можно все, что угодно. Но я хочу, пожалуйста, девочки, поймите меня правильно, это не призыв, вот то, что я сейчас говорю, это не призыв к споры в комментариях, да, это просто я высказываю свое мнение, у вас оно может быть свое, и тут нету прав кто-то не прав, вот просто каждый решает сам для своего ребенка. Я не знаю еще, да, то есть нужна ли здесь вот эта прививочная карта при поступлении в садик, то есть я знаю, что в Эстонии, в государственных садиках не хотят брать детей, у которых нету прививок, хотя непонятно почему, вот мне непонятно почему. Если во всей группе дети привиты, тогда что им может угрожать, даже если этот ребенок заболеет, да, по логике, им ничего не угрожает, но они говорят, что прививки там иногда тоже не срабатывают, ну, в общем, я не знаю. Вот здесь я пока не знаю, нам в садик только через год, в два... Ну, нет, мы, скорее всего, пойдем в 3, но в наш садик, в который мы хотим попасть, туда берут детей с 2 лет. И тогда мы узнаем, на сайте ничего не написано по поводу прививок. Естественно, какая-то медицинская карта нужна, медосмотр нужен, ну вот я не знаю. При поступлении в школу мы то есть вот ты до дошкольного возраста ты делаешь прививки у своего детского как бы врача, потом ты делаешь прививки все в школе. И там тоже там дают такой документ, он из нескольких страниц, ты там все заполняешь, подписываешь, что ты, в общем, не против, да, что твоему ребенку сделают прививку. Что будет, если ты откажешься, я не знаю, потому что я не отказывалась. Вот. Но вот эти вот от гриппа прививки их не делают. Их как бы, ну, если ты хочешь их сделать, то ты идешь к своему, ну, к врачу и делаешь. Вот, то есть просто так их там, ну, не колят, ну, всем подряд. Вот. В общем, все. Мы сейчас прошли вот эту вот большую прививку, которая состоит из 3 уколов. И Тимур, вот ему ее поставили в обед. К вечеру у него поднялась температура 37,2, но, как нам объяснили, это хорошо, это значит, иммунитет работает. Значит, всю ночь он спал очень-очень неспокойно, я вообще не спала. Ну, то есть, потому что он крутился, капризничал, там я его гладила, соску попить, ну, вот. С утра стало как-то получше, мы погуляли еще, ну, чуть-чуть, конечно. И, в общем, к вечеру вообще нормально, и сегодняшняя ночь прошла, ну, как обычно, в обычном режиме, мы поспали, температуры нету, в общем, нормально, ничего такого ужасного, ну, не случилось. Значит, ладно, девочки, давайте только не будем в комментариях на эту тему ссориться и так далее, конечно, вы можете написать свое мнение, только не надо писать, что, да, все, кто делают прививки, придурки, все, кто не делают, вообще, там, вообще еще хуже, да, просто давайте уважать мнение каждого человека. Так, дальше. Был еще один вопрос, где спросили, почему мы, православные, дали второму сыну мусульманское имя.
Это я предложила. В общем, у нас был список, представляете? Данику мы как-то быстрее придумали имя. В общем, здесь у нас был список из имен, из мужских. Женское имя у нас уже давно есть. И, честно говоря, в какой-то момент, ну, когда мы уже узнали, что мальчик, да, просто мне это имя как-то пришло в голову с утра в душе, да. И я вышла из душа и сразу мужу предложила, муж сказал, вообще отличное имя. И все, и так мы стали называть Тимура Тимуром с 16 недель где-то беременности. И тоже вот этот момент, да, когда нас всех разделяют вот таким образом, да, то есть мы не нас разделяют, а мы разделяем, вот это мусульманское имя, там, вот это там католик, там, не знаю, христианское, это такое, то есть мы сами себя разделяем, мы ставим между друг другом барьеры, и потом еще удивляемся, откуда вражда, войны и так далее. Мне нравится это имя, какая разница? Я не знаю. В Финляндии много таких имен, здесь очень многонациональная страна, и поверьте, здесь очень много Мухаммедов, Ахмедов и в общем в таком роде. И что в этом плохого? Я не знаю. Мы все люди, давайте оставаться людьми и не будем делать никакие различия на белых, черных, там русских, нерусских и так далее. Вот. У меня сегодня отличное настроение, потому что за окном такая красота, не насмотреться. Плюс еще я так хорошо поспала, ну, мы с Тимуром так хорошо поспали. Вчера было у Данечки день рождения, мы так здорово посидели вчетвером, задули свечи на торте, открыли детское шампанское, в общем, ну, ужинали. Данику очень понравился наш подарок, мы подарили ему компьютер, ну, кресло, оно позиционируется как кресло для игр компьютерных, оно выглядит как кресло какого-то спортивного автомобиля, в общем, такое все навороченное, в общем, Данику очень понравилось, ну, и мы, соответственно, очень-очень рады, зато Тимур боится это кресло. Мы его вчера туда посадили, хотели сфотографировать, он начал орать, как сумасшедший. Потом Данила сидел в кресле, и мы тогда дали Тимура ему в руки. Он все равно плакал, никак не хотел в этом кресле оставаться. Я не знаю, это было забавно, конечно. Вот. А сейчас, пока Тимур спит, я пойду сделаю небольшую уборку. Ну как уборку, просто уберу игрушки, потому что... Вчера мы пошли спать, ничего не убрали, такой бардак в гостиной. Пойду уберу игрушки, и тогда пойдем гулять. Вот. До следующего включения, всем пока. И еще я быстренько покажу, что с вязанием с моим. Значит, я закончила шапку, постирала, она уже высохла у меня. Вот такая вот длинная, 35 сантиметров до закрытия, и потом закрытие четырьмя клиньями. Значит, край как закручивался, так и закручивается, но это здесь большой роли не играет, потому что вот такой вот подворот я делаю. Вот. И вот так вот ношу. После ВТО мне полотно просто стало еще больше нравиться. Очень классно получилось. В общем, девчонки, я заказала себе ангору Real 40 на джемпер все-таки. Ну, то есть я говорила, что меня немножко испугали плохие комментарии, да, и я пока что из него вязала только шапки. Ну, и палантин сейчас вяжу, ну, шарф. Вот. Но что-то я не знаю, я вяжу, ношу шапки. Вот постирался, так вообще красота стала. Ну, здесь две ниточки. Одна Alize Angora Real 40, а вторая Angora Gold Simli. Цвет 57. Вообще красиво, очень красиво. И я что-то все-таки решилась и заказала себе. Свяжу один джемпер простой. Регланным погоном. Такой
с длинными рукавами. Ну, в общем, такой простой довольно, да, ну, просто с не обычным регланом, а регланом-погоном свяжу. Вот, и посмотрим, что с ним будет, когда я начну его носить. Вот, вчера заказала, не знаю, когда придет. Ну, в общем, покажу вам. Такого цвета вырви глаз, если честно. Ну, у меня вчера такое настроение было праздничное. В общем, мне нравится, как и вот в изнаночной глади, вот отворот, да, и лицевая гладь. Вообще классно. Так, все, это у меня шапка на такую вот погоду в районе нуля, когда в двойных шапках жарко. Ну, конечно же, у меня сразу созрел план еще смиксовать две волосатые ниточки, но связать уже шапку-резинку. Ну, посмотрим, может быть, и сделаю. Знаете, когда эта мысль долго-долго крутится в голове, тогда ее надо просто воплотить, и все, тем более шапка, что там один вечер, и все. Мне просто, если честно, больше, чем шапку, шапка мне, да, нужна. Мне хочется смиксовать эти две ниточки, там тоже Angora Real 40 серая, светло-серая, и другая Angora Gold Simli темно-серая. С серебряным люрексом. Мне кажется, это будет очень красиво. Вот, ну посмотрим. Так, и вот это я связала, да, и вчера, в день рождения Даника, я начала процесс для Даника. Вот он у меня в моей проектной сумочке лежит, которую мне Людочка подарила. И это носки. Я говорила, что Данила ничего, кроме носков из вязаного, не носит. И носки вот такие толстые, ну, то есть это пряжа на 3,5 спицах я вяжу, это пряжа, ох, какой метраж-то здесь. Сейчас скажу даже, какой метраж. А, в 100 граммах 200 метров. Навита, Юси. Мне нравится эта пряжа, у нее меланжевые цвета, очень красивые. И плюс на другой стороне описание, как вязать носки на 3 размера. И вот это вот другого цвета, это дроп слима. Ну, просто метраж одинаковый у них получается. Вот. По-моему, классное сочетание. Так. Ну, в общем, у Данилы есть носки, в которых он ходит дома, и они связаны. Вот сейчас мне стыдно-стыдно будет. Они связаны на 42, когда у него был 42 размер. Сейчас у него 45-й. И он ходит, у него пятка уже там на стопе где-то. Ну, кстати, они вообще классные. Ну, то есть ничего там не протерлось, не скаталось. И на виды тоже связаны. Блин, я, может быть, кстати, надо показать. Вот. Стираю их только в машинке, естественно. И я уже, в общем, стыдно мне уже перед ребенком. Вяжу себе, вяжу бесконечные какие-то шапки, да. А у ребенка носков нету. И, в общем, вот начала ему вчера носки. Но это, я надеюсь, у меня проект не, ну, быстрый, потому что спицы 3,5 вяжутся достаточно быстро, но вот то, что стопа 45 размера, да. В общем, я хочу связать 15, да, и потом начать вот тоже такие вот полоски вязать и вот таким цветом закрыть мысок. Вот. Тогда, я надеюсь, если я так сделаю, то мне хватит пряжи. Потому что здесь 100 грамм, здесь 50 грамм, 45 размер. Ну, 150 грамм должно хватить. Так, вяжется очень хорошо. Все-таки я говорю, шерсть вязать одно удовольствие. Ну вот, здесь 75% шерсти, здесь 100% шерсти. В общем, одно удовольствие. Носить это, конечно, на теле. На любителя, ну а вязать просто прелесть. Посмотрите, тут идеальная лицевая гладь. Тут, мне кажется, даже, не знаю, левой пяткой, если вязать, все равно будет лицевая гладь отличная. Вот такое вот у меня вязание, немножко скучное, но не обессудьте. Это то, что мне сейчас нужно. Так. Ну и сегодня я буду продолжать вязать носки. Что я буду вязать дальше, если честно, я не очень знаю. Да, кстати, потом вам расскажу про свой белый джемпер.
Это опять моя печаль. Вот. Тут у меня праздничные вещи как-то не вяжутся. Что рождественское платье, что новогодний свитер. Ну ладно, это я вам попозже расскажу. Всем хорошего вязания. Пока. И так, очередной раз привет. Закончить я решила этот влог. Ну, тем, как обычно, я покажу, что я за эту неделю навязала. И также покажу, какая пряжа мне пришла и что я буду из нее вязать. Как я и говорила, как я боялась, на этой неделе с вязанием у меня совсем, совсем все печально. Совершенно не было времени. А вечером, когда я ложилась спать, ну, укладывала ребенка, да, я засыпала вместе с ним. В общем, ну, устала я что-то за эту неделю. Эта подготовка к дню рождения как-то, не знаю, вымотала меня. Я уже хочу, чтобы быстрее все эти праздники кончились, честно говоря. Итак, значит, это носок. Один готов. Один, значит, у меня готов, и второй только зародился. По-хорошему, надо это побыстрее закончить. Ну, сейчас зима, нам обещают там вообще суровые морозы в конце января. Хочется, чтобы Данила ходил в новых носках дома. Те, ну, выкинуть можно, в принципе. Потому что он их довольно долго носил. Значит, надо просто сесть и повязать хорошенько. Он примерил. Ему хорошо, так понравились, ему синие. У него в комнате темно-синий диван. Теперь вот мы ему подарили кресло компьютерное, оно черное с синим. Вот. И как-то у меня так случайно получилось, что носки тоже будут синие. Вот. А, так, также я зачем-то развела еще и процессы. Значит, ну, первый процесс, это понятно, это я обещала снять мастер-класс по джемперу из Alize Angora Gold Simile, светло-зеленый у меня, да, один уже связан, и точно такой же, по таким же расчетам я свяжу на камеру. Но, ну, понимаете, да, что не было времени, поэтому я сейчас вот сняла, да, специально, кстати, сняла эластичный набор, как я делаю, выгрузила на канал это видео про эластичный набор, потому что, в принципе, я этот набор использую часто, и если я еще дальше буду, ну, снимать мастер-классы, ну, конечно, я буду снимать мастер-классы, и там, например, ну, чтобы каждый раз не показывать в мастер-классе, как я делаю этот набор, да, я просто буду оставлять ссылку на мини-мастер-класс, вот, чтобы не тратить время. И, значит, ну, отсняла кусочек, в принципе, да, как вот сделать набор, как перейти сразу же на вязание полой резинки. И, ну, в общем, еще куча чего надо снимать. Как теперь эту полую резинку закончить, как перейти на реглан, связать росток. В общем, все это надо делать на камеру. А такого времени у меня сейчас мало. Вот. Но ничего, видите, я уже... Главное, что я уже начала. И много вопросов поступает о том, колется ли Alize Angora Gold Simile. Сама по себе эта пряжа, вот у меня есть эта пряжа еще, заранее забегу в покупке, да, эта пряжа без люрекса. Она совсем не колется, потому что тут, в принципе, нечем уколоться. Здесь акрил с акрилом. Ну, в принципе, да, 80% акрила, 10 махер и 10 шерсти. Тут нечем уколоться. И даже вот руками так вот на ощупь она шелковистая. Вот. А здесь не колется, да, не ощущение колкости, а ощущение того, что вот этот люрекс, он как бы царапается. Вот. Поэтому, да, возможно, для чувствительных людей эта пряжа не подойдет. Но тогда вы можете связать такой же свитер, да, как
Я из Элизы Ангоры Голд Симли, вы можете связать из обычной Ангоры Голд без люрекса. Там цвета, палитра там вообще огромная, и цвета, оттенки на любой вкус. Так, значит, вот такой процесс у меня начался. И еще один процесс. Шапка, про которую я говорила в начале видео, что я очень хочу смиксовать две пряжи в очередную зачем-то шапку. И вот я это сделала. Здорово получается. Это Ангора Реал 40, и это все тот же Ангора Голд Симли. Цвет 87. Вот это, кстати, очень красивый цвет. И значит, я соединила две эти нитки. Получилось вот такой меланж блестящий. Спицы, вяжу шапку с отворотом. Не знаю, когда довяжу. Но, если честно, это я так, знаете, взяла вязать. Вот носки. Там все-таки надо считать, ну вот, например, даже считать вот эти ряды, когда начинать полоски. А вот это ты просто вяжешь по кругу, и все. И вот когда мы, например, там есть какое-то там время, полчасика, мы с мужем там пьем чай, разговариваем в конце дня, да, я разговариваю, и руки сами по себе вяжут. Вот, значит, это вот такая, вот еще один такой процесс. И у меня уже появился новый рецепт, что можно еще смешать, но уже для более весенней шапки. Я вам потом покажу, но это точно я ближе к весне начну, потому что, да, сегодня вот в новостях сказали, что ожидаются сильные морозы. В Лапландии морозы достигнут минус 50-51, уже сегодня ночью там было минус 32, то есть, ну, мороз будет крепчать, и в конце января будет, ну, такой сильный во всей Финляндии, то есть, ну, в Лапландии будет вообще минус 50, но у нас где-то там минус 20, минус 30, вот, поэтому, ну, вот в таких тоненьких шапках нету смысла, ну, конечно, в такую погоду-то в минус 30 мы вообще гулять не будем с Тимуром, вот, но такие шапки пока что не нужны. Значит, все вот это вот, все, что я начала, все, что я вязала, вообще капля в море, вот. И теперь я вам покажу, какая посылка мне пришла. Посылка небольшая, всего три наименования Ализе. Так, вот эта пряжа «Вырви глаз» номер 50. Я на нее, честно говоря, давно смотрела, на этот цвет. Она во всех линейках, везде этот цвет номер 50, и в Cotton Gold, и в Angora Gold, и вот в Angora Gold Simli, и вот это Angora Real 40. Так вот, меня тут Тимур прервал, проснулся. Значит, у нас уже потемнело, и это сразу видно. Ну, я снимаю напротив окна, и сразу видно, да, что такой цвет на камере плохо, плохо такой цвет, короче говоря, снимать. И именно поэтому, скорее всего, у меня не получится сделать мастер-класс на ту вещь, которую я задумала. А я хочу связать из этого, он какой-то такой пушистый, может, его потрепал кто-то уже. Значит, из этого я хочу связать себе свитер, то есть там будет горло, но не резинкой, а лицевой гладью. Свитер не оверсайз, такой, ну, свобода облегания там, конечно же, будет. Значит, это будет свитер обычный лицевой гладью регланом погоном. Ну, для разнообразия, вот. Значит, буду вязать. Когда вот закончу вот этот, тогда буду вязать вот этот. У меня три мотка. И этого мне с головой хватит. 480 метров, ну, короче, почти 1500 метров. Вот, состав вы, наверное, все знаете. 60% акрила и 40% шерсти. Вот так вот. Значит, так,
Ася там гавкает. Надеюсь, не очень будет вам мешать. Так, значит, дальше. Вот это вот замечательное. Она такая шелковистая, мне очень нравится. Значит, это Alize Angora Gold, если честно. Из-за этого я буду... Это я первый раз держу в руках. То есть до этого у меня были Alize Angora Gold только Simli. А без люрекса я первый раз купила. Значит, это цвет старая роза 679. Очень красивый цвет. И это я также купила не просто так, а купила на свитер. И купила это в компанию вообще-то. Вот, может быть, кто-то помнит, я уже раньше заказывала Alize Cotton Gold такого цвета, это цвет 204, но он тоже там назывался Старая Роза. Вот, значит, я пробовала вязать вот из этого платья, что-то там мне не понравилось, и у меня упаковка лежала. И здесь я, значит, подумала, что я когда одеваю, например, драповое пальто зимой, либо жилетки меховые, да, я тогда вот просто из Cotton Gold свитерки или просто из Alize Simli, это как-то, ну, слишком прохладненько одевать, да. И я обычно под это вниз одевала свой свитер, который с пайетками. Там две пряжи, коттон мерино и мохер с пайетками. То есть в две ниточки, да? Ну, тоже как бы получается полухлопок с мохером, да? И вот я его, ну, он вообще мой любимый, вечно, уже несколько лет я его ношу вот с такой верхней одеждой. И больше у меня ничего подобного нету. И я подумала, почему бы мне не смешать вот такой вот полухлопок, да, вот Alize, и вот такой вот махер от Alize и связать себе еще один свитер. Значит, будет это свитер с высоким горлом и будет круглая кокетка. Почему-то, ну, тоже для разнообразия, в общем, что один реглан, да, реглан, да, классический. Надо немножко разнообразия в жизни. Вот, значит, это у меня буду вязать на спицах, наверное, 4-4,5 в 2 ниточки свитер. Вот, в общем, мне прям очень нравится эту пряжу трогать, она очень классная. Так, и дальше, этот цвет я давно хотела. Я обещала пробовать новые пряжи, но подсела на, короче, на старые. Это, ну... Опять же, Simli. И этот цвет я очень давно хотела. Я видела его у кого-то из девочек давненько. Он так называется на сайте бежево-серый. И люрик здесь какой-то медный. В общем, красивый цвет. Цвет 652. И это будет обычный свитер. Либо вот такой же, либо с V-образной горловиной. Вот, возможно, для разнообразия я свяжу его с V-образной горловиной. Ну, то есть реглан сверху, но горловина будет не полу, как бы не круглая, да, а треугольная. Вот, цвет очень красивый. Конечно, возможно, сейчас под темный цвет волос это точно подойдет. Вот под светлый, не знаю, надо смотреть по тону кожи. Вот такой вот цвет. И еще я там заказала инструменты. Я вам, помните, рассказывала, что, ну, в общем, после моих всяких там вязаний Cotton Gold, я решила, в конце концов, на каких спицах при моей плотности вязания он выглядит лучше всего. И я буду вязать резинку на 2,5 и лицевую гладь на 3. Вот. 2,5 у меня не было. Вот я заказала 40 сантиметров. Блин, к сожалению, не укороченные. Просто на этом сайте нету укороченных. И, ну, пришлось вот такие вот. Может быть, потом у нас в магазине поищу. Там-то точно укороченные есть. В общем... Ну, это для горловины, да, 40 сантиметров, и это для низа изделия и Magic Loop'ом манжеты. Вот.
Все, на этом я закончу. У меня тут такие новости нерадостные пришли из Сталина. В общем, произошла неожиданная рокировка гостей. То есть приедет не моя семья ко мне на день рождения, а семья мужа. Потому что вся моя семья слегла, ну не вся, двое еще держатся, мой папа и средний сын моей сестры, Егорчик, они еще пока держатся, но в инфекционке им сказали, что переболеют все, скорее всего. Вот. И, значит, они заболели, сдали кровь, и по крови им выявили свиной грипп. И вот они там все лежат в лёжке. Мама сегодня звонила утром, сказала, что ночь еле пережила, думала, что вообще умрет. В общем, бедненькие. И это вот еще к слову о прививках, да. Они никогда не делают прививки от гриппа. Мы делаем их уже 9 лет, каждую осень, с тех пор, как Даник в школу пошел. И беременная я делала от гриппа прививку, и Тимурчик сейчас вот осенью получил от гриппа прививку. Так что я спокойна, и еще раз я убедилась в правильности этого решения. Вот, конечно же, очень жаль, что они не смогут провести со мной мой день рождения, и я очень-очень расстроена, во-первых. Во-вторых, я очень переживаю, потому что детки у моей сестры еще маленькие, они, ну вот, старшая Катюша и маленький, ему 2 годика, заболели, и, в общем, мне страшно немножко, но все будет хорошо, они вовремя выявили... Ну, сдали анализ, им выписали сразу специальное лекарство, они сразу все начали принимать. В общем, надеюсь, что они скоро поправятся все, придут в форму. Вот, ну и чтобы не оставлять, как бы, наш праздник, не оставлять нас в одиночестве, хотя у меня так испортилось настроение, что я уже была даже рада, что... как бы спокойно проведем мой день рождения, но нет, приезжает все семейство моего мужа, и, ну, нормально, я тут в хлопотах уже отвлеклась, вот, в общем, все хорошо, все будет хорошо. Девочки, желаю вам всем крепкого здоровья и всем вашим близким. Главное, не болейте, берегите себя, принимайте витамины. В общем, да, вот так вот, такой вот у меня получился влог. Я надеюсь, что вам было не совсем скучно все-таки. Значит, я уверена, что на этих выходных повязать мне не удастся, но вот следующую рабочую неделю я так постараюсь поднажать, особенно вот на этот мастер-класс. Потому что девочки ждут, кто-то уже и пряжу купил. Вот, я, девочки, буду очень-очень стараться, я вам обещаю. Ну, а на сегодня это все. До скорых новых встреч. Всем пока-пока.